пошли туда, сняли, ну, потом дальше. Дитио Адьяяха. Дитио Адьяяха. Санкхо Йогаха. Санкхо Йогаха. Санджая Увача. Санджая Увача. Там тата крипая виштам. Там тата крипая виштам. Ашупуна кулекшанам. Ашупуна кулекшанам. Вишидантам идам вакьям. Вишидантам идам вакьям. Увача Мадхусуданаха. Увача Мадхусуданаха. Шри Бхагаван Увача. Шри Бхагаван Увача. Кутаства кашмалам идам. Кутаства кашмалам идам. Вишаме самупаститам. Вишаме самупаститам. Анарья джуштам ашарьям. Анарья джуштам ашарьям. Акритти карамарджанам. Акритти карамарджанам. Клебьянам ашма гамах партха. Клебьям масма гама патха. Найтат твою попадете. Найтат твою попадете. Кшудрам хидая дурбалям. Кшудрам хидая дурбалям. Таптуртишта парантапа. Яттва шарантапа. Арджуна увача. Арджуна увача. Катам бхишма махам санхе. Катам бхишма махам санхе. Дронанча Мадхусудана. Дронанча Мадхусудана. Ишуви прати йоцьями. Ишуви прати йоцьями. Пуджарха Мадхусудана. Пуджарха Мадхусудана. Гуру Махатвахи Махану Бхаван. Гуру Махатвахи Махану Бхаван. Сриво Бхуктам Бхакшам Апиха Локе. Сриво Бхуктам Бхакшам Апиха Локе. Хаттва Атта Камангсту Гуру Нихайва. Бунджио Бхоган Рудира Патихдхам. Бунджио Бхоган Рудира Патихдхам. Ваджитад Витмаха Патаранно Бхадио. Ваджитад Витмаха Патаранно Бхадио. Ядва Яема Ядивану Яеюху. Ядва Яема Ядивану Яеюху. Янева Хатва Наджиджи Вишама. Янева Хатва Наджиджи Вишама. Те Авастита Тамуке Дхатта Раштраха. Карпанья душопахата свабаваха. Карпанья душопахата свабаваха. Пичами твам дхарма сангура четаха. Пичами твам дхарма сангура четаха. Яс-яс-сан нисчитам бхухи танме. Яс-яс-ян нисчитам бхухи танме. Шишья-стехам садимангтвам прапаннам. Шишья-стехам садимангтвам прапаннам. Нахи прапашьями мамапан удья. Нахи прапашьями мамапан удья. Ячхокам уччосанам индриянам. Ячхокам уччосанам индриянам. Авапья бхума васапатна миддхам. Авапья бхума васапатна миддхам. Раджам суранам апичадипатьям. Раджам
Ям Шанам Амрим Шанам Патям. Санджай Увача. Абамуктва Хисикьешам. Абамуктва Хисикьешам. Гуракеша Парантапаха. Гуракеша Парантапаха. Майотча Ити Говиндам. Майотча Ити Говиндам. Уктва Тушним Бабуваха. Уктва Тушним Бабуваха. Тамбача Хисикьешаха. Тамбача Хисикьешам. Расаннива Бхарата. Расаннива Бхарата. Чанай Убхайру Мадхи. Чанай Убхайру Мадхи. Нишидантам Идам Вачаха. Нишидантам Идам Вачаха. Шри Бхагавану Вача. Шри Бхагавану Вача. Ашучананна Шочатвам. Ашучананна Шочатвам. Прагня Бадамшча Бхашасе. Прагня Бадамшча Бхашасе. Гатасуна Гатасумшча. Гатасуна Гатасумшча. Нану Шочанти Пандитаха. Нану Шочанти Пандитаха. Натеваахам Джатту Насам. Натеваахам Джатту Насам. Наттам Неме Джанадипаха. Наттам Неме Джанадипаха. Начевана Бхавишьямаха. Начевана Бхавишьямаха. Сарве Вайам Атах Парам. Сарве Вайам Атах Парам. Дейнасмин Ята Дехи. Кумарам Йоганам Джара. Кумарам Йоганам Джара. Тата Дихантара Праптир. Тата Дихантара Праптир. Дирас Татра Намуйяти. Дирас Татра Намуйяти. Матраш Паршасту Коунтея. Матрас-пашасту-гонтея. Ситошна-сукха-дукха-даха. Ситошна-сукха-дукха-даха. Агама-пайна-нитья. Агама-пайна-нитья. Агама-пайно-нитья. Агама-пайно-нитья. Стам-ститикша-шва-бхарата. Там-ститикша-сва-бхарата. Пурушам Пурушар-сава. Пурушам Пурушар-сава. Сама-дукха-сукам-дхирам. Сама-дукха-сукам-дхирам. Со-мрита-твая-калпате. Сумритатвайопате. Насато видьяте бхаво. Насато видьяте бхаво. Набхаво видьяте сатаха. Набхаво видьяте сатаха. Убхайрапи дришто анта. Убхайрапи дришто антва. Тванайо статва даршивихи. Абинашиту тадвидхи. Абинашиту тадвидхи. Йена сарвамидам татам. Йена сарвамидам татам. Винашам абхасья асья. Винашам абхасья асья. Накашчит картум архати. Нагашчикартумархати. Антаванта име деха. Антаванта име деха. Нитья суктаха шариринаха. Нитья суктаха шариринаха. Анашина апрамешья. Анашина апрамешья. Тасма джиддясва бхарата. Тасма джиддясва бхарата. Йоянам Бхакти Хандарам.
Йойнам бхакти врантам. Ящчинам маньяте хатам. Ящчинам маньяте хатам. Угоутуно виджанита. Угоутуно виджанита. Наям ханти наханьяте. Наям ханти наханьяте. Но жаяте мрияте ба кадачин. Наджате мрияте ба кадачин. Наям бхутва бхавита ва но бхийоха. Наям бхутва бхавита ва на бхийоха. Аджо нитья шашвато ям пурано. Аджо нитья шашвато ям пурано. Наханьяте ханьямане шарире. Наханьяте ханьямане шарире. Антабанта име деха. Нитья суктаха шариринаха. Нитья суктаха шариринаха. Анашино прамешья. Анашино прамешья. Тасмад юддасва бхарата. Тасмад юддасва бхарата. Сейчас люди предложения Санди отличить каждое слово. Санди. Антабанта име деха. Здесь какой санди? Антабанта. Вишарга Бхожен. Антабанта. Не должно быть. Антабантаха. Антабанта. И петли Шарбана потом остаться. Вед о ум. Тогда Вишарга исчезает. Антабантаха. Потом деха. Как? Вишарка есть или нет? Деха. Есть деха, есть. Должно быть множественное число. Да, деха. Вишарка исчез, потому что если А или И или У без О остаться и потом бишарку, тогда эта бишарка исчезает. Исчезает, когда шарбана, ярана, ваха, третий, четвертый, пятый. Буква есть, тогда бишарка исчезает. Сантабантаха, име, дехаха. Потом нитья сукта можете говорить. Как сунди отличите? Нитья сукта. Да, нитья суктаха. Анашина прамешья можете. Анашинаха. Анашинаха. Апрамешья. Апрамешья. Тасмаджи дешва. Как? Тасмат. Тасмат. Юддешва. Юддешва. То если санди виччед могли узнать сейчас. Сейчас говорите
Антовантага. Это какой подвес? Первый. Как? Первый и? Множественное. Это когда вот? Антоват. А? Симот, как симот. Антован, антованту, антовантага. Антовантан, антованту, антоватага. Поэтому это первый падес множества. У кого есть консания? Антомин консания. У кого есть консания, это антовантага. Име дехаха. Име значит, име. Эти, эти. А я ему имею. Эти. Эти чела. Дехаха. Значит, эти. Чела. Чела или чели, говорили. Тела. А? Тела. Множественно. Чела. Тела. А, да, хорошо. То это, эти чела. Как? Есть консания, а? Ниттыша. Ниттыша име деха антабантаха. Ниттыша шариринаха. Шариринаха падеш можете говорить? Шестой. Шестой. Да. Как подлежили? Шодидин. Шодидин. Первое множественное. Нет, шестое уже, да? У нас какое шестое, понимаешь? Множественное число. Первое множество тоже шодидино. А шестое изъяство тоже шодидино. А первое множественное тоже шодидино. Как гунин. Гунин, ага. Гунин means у кого есть качество. А шарири, шаририн means у кого есть тело. У кого? У кого знаете? Атома. А у души? Когда шарири говорите, тогда, значит, по-английски embodied soul. Soul, душа, у кого есть тело. Это шаририна. Это шестой. Ниттеша шаририна. Means eternal Atma, Ivo. Nittesha Sharina means Vaishnavi Atma. Ivo, eti cheli siyo perishable. Antabanta. Антавант – это тот, который имеет конец, то есть конечный во времени. Во времени он… То. Сейчас посмотрите, есть, если понимаете, что ширина, шестой подъезд, его много прилагательно есть. Здесь какой-какой шестой подъезд, все его прилагательно. Один шестой подъезд получите не тысяча, а? Он ашина, какой подъезд? Тоже шестой единство, а? Онашина. Онашин, онашина. То онаши, что знаете? Наши, наше знаете слово, наше. Наше means? Исчезать. Уничтожение или исчезать, уго, а? А онаши, кто не уничтожен, мы, а? Это онаши. То онашина, тоже прилагательно шаририна. А опромеющо, опромео, промео значит, я слова говорил, то истории так есть, слова, корни слова прома, прома, прома means proof, measure, доказательство, мерение, или как? Меже, измерение, мера, мера, да, меже. Измерение. Это промео. Прома. Прома. А промео у кого можете измерить? А опромео у кого не можете измерить?
Неизмеримая. А, измеримая. Неизмеримая. Шаририна. Шарина, если вы понимаете, это атма. Атма его прилагательно нитто. Нитто как? Вечный. А анашино means не уничтожимый. И опромео неизмеримый. Три, а? Получили. Прилагательно. Значит, это атма. У кого атма сам вечный, не уничтожимый, не измеримый. И вечный. Ибо эти тела, ну, есть конец. Это говорят уктаха. Уктаха means мудресами. Уктаха. Мудресами это чела уктаха. Это песенный зал, кормовачу. Что говорят? Говорят, это атма, который вечный, не вместимый, не измеримый. Его эти чели, чела, есть конец. Поэтому, тасмат не поэтому. О, Бхарата, джуддьясва, джуддьясва, что значит? Джуддьясва, сражайся, это витлинг, да? Сражайся. Значит, лог, а? Императив. Императив, не витлинг. Атмунепо, джуддьяте, Видимо, джиддатам, джиддатам, джиддантам, джиддашва. Поэтому битва жалается. Жалай битва. Это джиддашва. Поэтому, значит, если говорят это чела, то атма, которая не как-то не будет уничтожена. Это чела всегда, когда-то будет конец. Поэтому война желается, конец будет. Война желается или не желается, когда-то конец. Все равно конец будет. Вот это к тебе, Саша. Говори. Да я вообще не сражаюсь. Поэтому говори. Но сразу два вещи говорит. Ваша атма. Это не уничтожение будет, не можете даже померить, не, это вечный. Поэтому тело уходит. Все равно уходит. Поэтому все равно уходит, поэтому не нагадайте. Это первая причина говорит, почему война занимается. То здесь тоже так же напишет. Эти тела, приходящие, именуются вечным носителем тела, не приходящим, не исследимым. Исследимым – это правильно? Это не правильно, наверное, как вы говорите, неизмеримым. Да. Да. А здесь, который нельзя исследовать, то есть понять, да. Это слово поняли, а промеял. Нельзя, не можешь это делать. Итак,
Садяйся, народа. Только с полу не следим, потому что вроде как не русская. Нет такого. По-английски дали. Им перешибуют, им мешали воду. Им мешали воду. Не измерили воду. Антаманта имеет яхани тешукта шадивина анашина промессия. Тасмат юддешва барата. Юддешва это глагол тузе. Не та вибайте, атмане под так бибает. Окончание слова. Потом. Йоэнам бетти хантарам. Йоэнам бетти хантарам. Джашчевинам маньяте хатам. Джашчевинам маньяте хатам. Уволто на биджанито. Уволто на биджанито. Наян ханти на ханьяте. Наян ханти на ханьяте. Есть туди санди, йоэнам, как? Отличите санди. Яха. Яха, энам. Бентир, бетти, хантарам, джасчейнам, как? Джасчейнам, говорите. Яха плюс ча. Плюс? Плюс энам. А, хорошо. Ях, ча, энам. Энам, знаете? Забыли. Я говорю. Идам име имани. Идам име имани. Она. Это будет энот. А если мужской род говорите, поем ему име. Имум ему иман. Имум эном. Два варианта есть. Первый раз имум говорите, второй раз не нужно говорит имум. Он эном. Второй раз. Здесь имя уже говорил. Поэтому эном. Эном means имом. Второй падет. Йо эном бетти хантаром. А хантаром, грамматика знаете? Какой падет? Датаром, знаете, датаром? Датри. Дата, датару, датара. Датарам, датару, датрин. Значит, есть слово хантри. Хантри, хонатвари, хантри. Хантри means как? Хантри means киллер, киллер. Убийца. Убийца. Киллер. Киллер. То это второй падеж. Йо энам хантарам бетти. Бетти знаете? Биддату. Биддату туно. Бетти бидо бидамти. Ахо ахоту аху. Биддату. То кто ему знает, как убийца, а? Кто его знает, как убийца? Двойном бетти хантаром. Его мы кого? Атма. Танцы говорят, атма нитья, анашина, апрамея, а? Это уже говорил. Поэтому говорит, если кто читает, это убийца. Ошибка желает. Так как убийца будет? Без ты он есть. Им мешали будет. Поэтому говорил, неизмеримый. Без ты есть. Это другой, где другой, то убивать. Поэтому, если думает его
Убийца. Ящчаянам маньнате хатам. И кто читает маньнате, читает ему, энам, ибо. Ибо хатам means убита. Killed. Думает. Как атма, атма нифтия, онашина. Онашина means уничтожимый. То это как? Это ошибка. Поэтому говорит, уголто на бижалита, уголто, они двое. Но бижалита, бижалита, это глагол форм мужа. Какой глагол? Джана. Гня. Гнянату. Гнянату, джанато, джанито, джананти. То джанито, а биджанито. Биджанити, биджанито. Means двое. Один тогда биджанати. А двое биджанито. Уголто на бижанито. Они двое не знают. Но бижанито не точно знают. Би добавили, значит, у них они точно не знают. Уголто на бижанито. Но аям ханти. Что значит? Но аям ханти. Это можно говорить. Но аям ханти. Аям на ханти. Он. Оям это он. Но он ты means? Не убивает. Не убивает. Он не убивает и он не убивает. А но ханьмате. Это песенный жал. Он не ханьмате means? Его не убили. Он не будет убита. А нет. Не убивает убита. Значит, он не убивает. И его не убивают. И его не убивают. А. Ханьнате, как грамматика говорится. Он не убивает и не убивает. Нет, нет, грамматика ханьнате. Ханда турля фрите. Вот. Точно говорит. Хан. Ханда тур. Потом. Песенный джал био приют. Ханьня. Атманебот вибает. Как? Какой-то глагол. Гомдату. Когда песен вижал, он говорит, ганьмёте. Атманебот вибает, а йо добавишь. Это кормобачи, бхабачи так. То ханьмёте хандату кормобачи йо атманебот. Кормобачи атманебот. Но ханьмёте Аям нохиннате. Субъект гизе. Аям нохиннате. Субъект гизе. Субъект будет третий падеж. Гизе. Аям нохиннате. Это не убита бивает. А? Ом, аям. Иногда не дают. Потому что субъект будет третий падеж. So, by anybody. Некоторыми. Или как? Кем-то. Он никого не убивает и кем-то не убивает. Аям на ханьнате кено. Значит, аям на ханьнате кено. Вот. Кой нужно говорить. Если монаджество говорит, аям на ханьнате кено. Кой. Кой? Кой мин монаджество. Кено как вам кой. Со, это тру ханьнате, а ханьнате как песенный зал или нет. Яще нам ханьнате, я ханьнате. Как? Мандату сам ее придет. Маньнате. Это не
спасибо нельзя. Я мальметами кто думает? Я мальметы. Потом увидел. Что, поняли, если есть вопрос, есть. Я нам мэтти хантаром. Я с чайном мальметы хатам. Убав то оно бежали, то. Наем ханти, но хальметы. Только хальметы спасибо нельзя. Осталось ее. Эти культивация. А бежали то поняли сил. Как форм? Гня. Я третий лет со дождь бенни. Так эти лицо двойки. То, ну бежали то, то. Что значит? Тоу? Что значит? Убоу тоу. Эти. Они оба. Уху, оба. Да, сва тоу, ты. Тоу means они двое. Уба двое. Убоу тоу на бежане, то раем ханты на хиннаке. Тогда ясно. Потом. Но жаяте, мияте, ва кодачи. Наджайте мрияте вада дачит. Наям бхутва бхавита вана бхуйоха. Наям бхутва бхавита вана бхуйоха. Аджо нитья шашватвайам пурана. Аджо нитья шашватвайам пурана. На ханнате ханнамане шарире. Наям ты как серьезно понимаешь. Здесь, когда ты наям можешь отличить. Когда ты наям. Значит, то изменено. Потом но. Потом аям. Просто. Только пенден шанди. Кодачит, то изменит как но. Кодачит, но аям. Остальные могут еще знать. Шанди. Со. Кодачит. Что значит, знаете, когда чит, когда-то, чит, когда добавляет чит, или чо, чоно, два слова есть, когда чит или когда чоно, одинаково, значит, когда-то, а но когда чит, means никогда, оям, никогда яяте, раздает, раздается, мрет, не умрет, ба, значит, или умрет. Оям, оям, но, оям, когда чит, Жаете, вам льете. Значит, это не раздаться или никогда не умрет. То воем кто? Воем? Это кто? Атман? Атман, атман. Хоям это мужской род. Атман тоже мужской род. Поэтому говорит, хоям, он
никогда, но когда-чит. Но за это имрет его. Никогда раздается или умрет. И бутва вобитава но бьё. And it does not again come into existence by being born. Bhutva means Raddaya, Raddayasa, huh? Means once born, huh? Mm-hmm. That's Bhutva. No Bhuyava Bhavita. Bhuya means appears. Snova, huh? Ajindra's Paluchip Rasdaniya appears in Vibhaya. Means Vinyasrita Сидда остаться одинаково, поэтому его опиас существование не бывает. Опиас, а? Сидда остаться. Бутва, но бхуйова бхабита. Один раз раздаться и опиас будущее время будет, это не правильно. And it does not again come into existence by being born. Or просто говорите, получит, не получит рождение, опиас, будет существование. Так нет. Почему аджаха? Аджаха знаешь? Это глагол джандхату. Аджаха ни джа. Is birthless. Ни раджан. Birthless. Аджаха. Birthless. Начало. Ни раджан. Ни раджан. Раджан. Нитьяха. Итамян, как? Вечный. Вечный. Сашатаха. Сашатаха. Значит, если нитто говорите постоянно, тогда сашата говорите вечный. А, шашпата вечный, да? А нитто говорите постоянно. Постоянный. Constant. Не рожденный, постоянный и вечный моем. Пурано. Пурано, знаете, пуранаха. Знаете? Это слово. Very interesting. Если объясняете, как пурано. Пурано ancient. Ancient, знаете, как? Древний. А здесь Пурано, если объясняете, Пура опи наваха. Means Пура means древний, тогда тоже новый. Древний и новый место. Почему? Это тоже философия есть. То, что изменить, это говорит сегодня новый. А завтра будет не ноби. А что не изменить? Постоянно одинаково. Совсем не изменить. Это всегда ноби, всегда древний. Это пурано так. Древний и ноби. Но пурано. Или просто это древний. А древний means, когда-то был
Не будет, что говорит когда. Всегда будет. Поэтому... Вечный. Древний. А? Вечный. Вечный, а Пурана тоже так. Но хоть на ты, хоть на мане шариве. Хоть на ты, знаете, уже помешали. Как? Не будет, не будет убита. А? Но гиннаты. Не бывает убитым. Не бывает убитым. Хонна маме шадире. Хонна маме шадире это седьмой падец. А? Это называют бхаве саптами. Не убитым теле. Оба седьмом. Это бхаве саптами means а если пал на предложение бывает другого причина, другое предложение, тогда это бхаве саптами. Хонна маме шадире means, говорите, даже тело убито бывает. Хонна маме это тоже пессимный жал. Хонна маме шадире. Когда тело бывает убито, тогда он не будет убит. Выдаточное предложение, условно предаточное. Они ты, они. Хонну мано. Хонну мане тоже как грамматика можешь говорить. Хонну мане. Можешь? Не трудно это, немножко читает, думает об этом. Глагол «хон», потом «песебный джал», как «хоннёте». «Песебный джал» — «хоннё». А потом «санос» — «атму небот», поэтому «санос», «шатри санос», поэтому «ман», «хоннё мано», потом «хоннё мане». «Хоннё мане» — «шори мин», тело, даже тело, когда будет убито, тогда тоже он, но хоннате, он не будет убито. Да. Кто думает вот здесь? А, он никогда не рождается, не умирает, не возникает, а он никогда не возникнет. Нерожденный, постоянный, вечный, он древний, не умирает, когда убито тело. Вот так говорит. А здесь через грамматику, если понимаешь, это ногнутый, не убито бывает бессильный тело. Хоть намалит, когда тело будет убито. А вот тут он употребляется, это атма. Ага. Это все. Есть микрофон. Смотрите, почему он все время говорит, у нас атма, атма. Он. Санскрите атман, мужской. Мужской? А в русском душа она, а в русском она. Переводится как? Душа ваше женский. Женский. А сон мужской атман. А тут как слова? Слова так. А нас одна? Душа мужская. А русский женская. Русский так делал. Вопрос здесь. Русский почему он дал? Да. Вы думаете, это она? Или напишите она? Потом, если это одно и то же, да? Может, что-то другое, поэтому скажите. Дух мужской и женский. Дух мужской. Дух. Так, а душа дома. Женская. Это думаете дух. Дух. Он знает, поэтому да. Ну, не знаю, не знаю. Ну, типа, что, знаешь, как дух это Пуруша, а в Пракрити уже душа. Можно так. Она. Пракрити тоже тело вообще.
Это все, вся природа. Это материальная часть Пракрити. И тонко материальная. Атман, он не проявленный, Пуруша, не проявленный. А Брахман, когда говорит, не он, оно. Там точно говорит. Это лучше. А мужской Брахман есть. Мужской тата, это говорит создатель. Создатель. Брахма. Тогда говорит не Брахмо, а Брахма. Сейчас опьяш. Читай потом, а? Новое. Один раз. Еще. Дашь один. Дыхать. До сорокового? Начало читай. Беда винашинам нитьям. Беда винашинам нитьям. Двоенам аджам рабхаям. Двоенам аджам. Катанша Пуруша Партха. Катанша Пуруша Партха. Кам Дхатаяти Ханти Кам. Кам Дхатаяти Ханти Кам. Васанши Джирнани Джатха Бихайо. Васанши Джирнани Джатха Бихайо. Навани Гиннати Наро Парани. Тота шаридани бихайо джирнани. Тота шаридани бихайо джирнани. Ваньяни шамьяти навани дехи. Ваньяни шамьяти навани дехи. Найнам чиннанти шастрани. Найнам чиннанти шастрани. Найнам дахати павакаха. Найнам дахати павакаха. Начайнам каден тяпо. Начайнам каден тяпо. Нашушайте марутаха. Нашушайте марутаха. Отчиддая Аям аклэддья ашушша эвача. Аям аклэддья ашушша эвача. Как трудно, опять же. Отчедда аям адайо. Аям аклэддья ашушша эвача. Нитья сарбагата стануру. Нитья сарбагата стануру. Ачалаям санатанаха. Ачалаям санатанаха. Абьякта аям ачинтио. Аям абикарио аям уччате. Аям абикарио аям уччате. Тасмаденам бидиттайнам. Тасмаденам бидиттайнам. Нану шочитам араси. Нану шочитам араси. Ата чайнам нитта джатам. Ата чайнам нитта джатам. Нитьян ваманьясе мритам. Нитьян ваманьясе мритам. Татапи твам махабаху. Татапи твам махабаху. Найнам шочитам арахаси. Найнам шочитам арахаси. Джаташа хи друва миттур. Джаташа хи друва миттур. Друвам джанма митасья ча. Друвам джанма митасья ча. Тасмад апарихарие артхе. Тасмад апарихарие артхе.
Натам шочитам архаси. Натам шочитам архаси. Адвактадини бхутани. Адвактадини бхутани. Дакта мадхьяни бхарата. Дакта мадхьяни бхарата. Адвакта ниданьева. Адвакта ниданьева. Татрака паридевана. Татрака паридевана. Ашчарджават пащати кашчиденам. Ашчарджават пащати кашчиденам. Ашчарджават бадати татайва чаннаха. Ашчарджават бадати татайва чаннаха. Ашчарджават чайна манья Ашчарджа Вадхинам Манья Шинути. Шутта Апьенам Веда Начайва Кашчит. Дехи Сарвасья Бхарата. Дехи Сарвасья Бхарата. Тасмат сарвани бхутани. Тасмат сарвани бхутани. Наттам шочитам архаси. Наттам шочитам архаси. Свадхармам апи чавекшья. Свадхармам апи чавекшья. На викампитам архаси. На викампитам архаси. Дармадхи юдда севаньят. Шатрияшча навидьяте. Опиясь, опиясь. Дхармадхи юддхат севаньнат. Дхармадхи юддхат севаньнат. Опиясь. Дхармадхи юддхат. Сриваньят. Сриваньят. Кшатрияшча навидьяте. Кшатрияшча навидьяте. Яддичхая чопапаннам. Яддичхая чопапаннам. Саргадварам апапритам. Саргадварам апапритам. Сукхина кшатрия партха. Сукхина кшатрия партха. Лаванте юддамидришам. Лаванте юддамидришам. Атва ча твам имам дхармьям. Атва ча твам имам дхармьям. Самрамам на кариш-шаси. Самрамам на кариш-шаси. Тата свадармам криттин ча. Тата свадармам криттин ча. Хитва бапам абхакш-шаси. Хитва бапам абхакш-шаси. Акиртин чапи бхутани. Акиртин чапи бхутани. Катайшанти те адбаям. Катайшанти те вьяям. Самбхавитасья чакиртир. Самбхавитасья чакиртир. Маранадатиричьяте. Маранадатиричьяте. Хаядранадупаратам. Хаядранадупаратам. Мамшанте тван махаратаха. Мамшанте тван махаратаха. Десанча тван бахумато. Десанча тван бахумато. Бутва яшаси лагхавам. Бутва яшаси лагхавам. Авачча бадамшча бхагун.
Вадишчанти тавахитаха. Вадишчанти тавахитаха. Ниннантас тава самартхям. Ниннантас тава самартхам. Тато дукха тарам нупим. Тато дукха тарам нупим. Хатва прапшаси сваргам. Хатва прапшаси сваргам. Житва ва бхакшасе махим. Житва ва бхакшасе махим. Тасмад уттишта кунтея. Тасмад уттишта кунтея. Юддхая кританишчаяха. Юддхая кританишчаяха. Сука дукке сомек критва. Сука дукке сомек критва. Лабха лабху джая джаяу. Тато юддхая джиджасва. Тато юддхая джиджасва. Наивам папам вавшаси. Наивам папам вавшаси. Есате абхита санхе. Есате абхита санхе. Буддир йоге тимам шрину. Будхи-йоге-тримам-шри-ну. Будхи-йукта-яя-патха. Карма-бандхам-пахасяси. Карма-бандхам-пахасяси. Неха-викрама-наша-асти. Неха-викрама-наша-асти. Пратья-вая-навидьяте. Пратитивая навидьяте. Салпаматтасья дхармасья. Салпаматтасья дхармасья. Траяте махато бхаят. Траяте махато бхаят. Веда винашинам нитьям. Веда винашинам нитьям. Йоенам аджамадбаям. Йоенам аджамадбаям. Катам са пуруша партха. Катам са пуруша партха. Кам гхатаяти хантикам. Кам гхатаяти хантикам. Веда винашинам. Это вы можете отличить. Веда плюс... Это плюс авишна. О, винашина. А, винашина. А веда знаете, веда значит что? Знаете? А? Да. Биддхату, что-то бетти. Два формы, бетти, веда. Поэтому веда means знает. Знает. Это так лот просто. Лот. Третье лицо тебе. Веда абинашинам ниттам йо енам аджабхаям. Можете отличить? Енам аджа. Да. Потом? Енам аджа. Аджам. Аджам абьяям. Да, абьяям. Енам, енам уже получили его. Энам means его. Аджам уже знали. Аджам знаете? Это нерожденный. Нерожденный. А, да. А рабьям знаете? Авдеем неизменяемый. Абдеем, да, неизменяемый. Да, да, тоже. Immutable. Unchanging. Абдеем. So, я.
веду, который знает его, его мис атману, атма, его знает ни раздунни, ни изменни, и бесни, и ни уничтожимы. Обинашином. Уже обинашином подучили, а? Обинашином, да. Но обинаши. Неуничтожимый. А, да. Неуничтожимый, да. Все. Опять так говорит. Кто знает его так, как ни разданный, ни изменимый, бесный и неуничтожимый. Кто знает, он, котом сопуруша, тот человек, как, о Партху, тот человек, котом, как, ком гадет, кому ударит, means, гадет means, хондату нижанта, хондату нич, Лотти, Нижанта знаете, через другого убивать. Если у вас есть человек, сам хонти, а через другого гатаяти. Через другого, это киллера, что ли? Дадим киллеру, что он убил другого. Так что? Кого? Да. Гантаяти. Гантаяти. Хорошо знаешь современное время, просто раньше-то по-другому. Козец, а? Козец убивать, а? Козец как? Быть причиной убить. Быть причиной. Зелень, козец убивать, давать убивать. Такой человек, как кого дать убивать, или сам убивать. Он таком. Он гатаяти хонти кам. Хонти ми гатаяти. Хонти ми сам убибаж ми кабы дач убибаж. Как знает? Если он знает, это не умрит. Умрит. Знает батлес. Знает бесной. Знает не изменит. Тогда он так не желает. Whom about to can that person who knows this self to be imperishable, constant, worthless and immutable, slay or cause to be slain and how? So это идея говорит. Если это знает, он не может убивать. Если хотите говорить убивать, то как убивать? Как возможно это? Бедавана Абинашинам Виктам Джайанам Аджам Байам Катам Сапурша Партха Кам Гхате Тиханти Кабе. Это будет немножко философии есть там. Партха, кто это? Партха. Партха это Арджуна. А почему? Притха его. Его мать, имя, другое имя Притха. Притха, Притха сын Партха. Это Шно Притха. Партха. Притха, Шно, Партха. Вот такое. Шно Притха. Вам все тут же покажет. А хоть чашки. Это мать Притха, его сын Партха. Так бывает. А Шнабы кто это только сыновьям или к дочерям тоже? Иногда будет все колонии. Потом. Сын и Эшабмиджу. Как Кауруба, как вы говорите, Кауруба. Куруш. Все Кауруба, да. Да.
и мужчины, и женщины. Значит, да, помните, один человек – это линия. Mm-hmm. Вот так тут же бывает. Катам же пуржа патта кам гхатаяти хамти кам. Так гхатаяти – это тут же нужно нас. Козел. Козел – это хандату, нич, нижанту, нич. Лапки, гаты. То есть, когда становится причиной глагола? Да, да. Нич, когда позитив. Нич. Это дайтара, что же? Причина? Гаты. Нич. Это как другого желания. Я вижу, а показываю. Как? А? Вижу и показываю. Это два формы. Здесь убиваю или другого. Желаю убивать. Здесь говорят, не очень важно это. Здесь говорят, кто не уничтожимого, не рожденного, не приходящего, бесного знает, как может такой человек убивать или заставить убить кого-либо парта. Заставить убить? Заставить убить вот это вот. А то гадает, да? Гадает, да. Еще один, а? А еще один бывает. Васанши динани ята бихайо. Новани гинхати норо опорани. Новани гинхати норо опорани. Та шарирани бихая джирнани. Та шарирани бихая джирнани. Оньяни шамьяти новани дехи. Басамши динари, басамши знаете, аделта, аделта, монаджетта. И здесь два васаха. Басас, басас это середины род, басас. Поэтому басас, басас и басамши, басас, басас и басамши, как манас, так же басас. То басамши нет, аделта, монаджетта, аделты. Динани. Это прилагательно. Когда будет жирно, стали сломано, это жирно. Тело тоже будет жирно, когда возрасти, тоже не живет жирно. Зри. Зри за то, кто жирно. Тоже. Зри means, все тело уходит, сломает. Дивный это значит. Жирный бизнес. Изношенный, да. Если да то кто жирно. Жирно. Жирнани. Башанши. Как? Стали, сломана, одежды. Ята, как? Бихая. Бихая говорите. Грамматика. Я мать такая девушка. Говорите, бихая. Просто только. Если что значит не знаете, тогда тоже можете. Это грамматика говорит. Сначала говорите. Просто, очень просто. Випурбак. А, випурбак. Потом хадату. Потом просто. Только хадату, если знаете. То хадату знаете? Забыли. Вас написано есть. Джохати, джохито, джухоти. Джохати.
Джохати, джохито, джохоти. Отказаться, отказаться. Сбегаю. Отбросия. Отбросия. So, джота, джинани, башанси, бихайо. Норо, новани, опорани, гиннати. Новани, опорани, башанси, гиннати. Это сио прилагательно башанси. Другой, опорани, это другой. А новани, ноби, башанси. А здесь, да, гиннати, гиннати, знаете, понимаете. Градату. 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 Гимнату. Принимается. На как будет как? Как человек. Но это человек. Его старая одежда отбросит. Другой ноги принимает. Это понятно? Также, тота, также. Джинани шарирани бихайо. Джинани шарирани бихайо. Means стари, стари чела броси, отброси. Бихайо. Шарирани, шарирам это середине род, поэтому шарирани. Также, также джинани шарирани. Бихайо. Старый чела отбросит. Куньяни новани. Шамжати дехи. Дехи. Дис норо, а там дехи. Дехи знаете, кому говоришь? Дехи. У кого есть дехо? Дехо знаете? Тело. Тогда дехи means атма. Embodied soul. Yes. Dehin. 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 So, это Jivatma. Он Novi Chela принимает. Samjati. Samjati means принимает. Sampurna Gyadatu. Samjati. Уже принимает. Yes. Шангриннати принимает. Говорит, как человек, когда одежда будет старый, бросит, и ноги чела принимает. Так же ваша атма, тут же, когда чела будет плохо, бросит, и ноги чела принимает. Means опять сразу будет. Это очень известно, шлоко. Смерти не боитесь. Это как одежда изменения. Атма как будет, так будет. Сейчас как вы будете, будущий пример тоже так будете. Только это тело как стали будет бросили. Смерти значит как. Кришна, и Бог. Как это здесь? Если санскрит можем выучить в новом теле, то будем его учить. Если мы в этом теле не успеем санскрит выучить, то в новом мы будем его учить. Если желание есть, вовремя смерти, то, что желание есть, такое тело получите. Больше удобно будет. Тогда получите вокруг учителя санскрит. Такой месте, где не будет. А вот тогда получите интерес. Сейчас такой возраст не начинали, тогда так начинаете. Интерес получите, быстро-быстро. Так же убирай. Еще учим. Уже это так будет, знаете, это что ли есть правильно. Сами Вивекананда, у него есть один друг, школьник, друг был. Потом он видел Вивекананда, был монах, так известно монах. Он тоже был монах, в другом месте был монах. И очень начинал, очень хорошо.
Потом так получили люди много вокруг. Это очень плохо. Пьют то, что желает. И потом он очень плохо становится. Садовник просто остался, он будет плохо. Все плохо жила. А Вивекананда, когда вернулся в другом месте, он живет в Эллахабад. А это Вивекананда Калькатта. Он узнал, он там есть. То его один ученик там живет в Эллахабаде. То когда придет оттуда, спросит, он как есть. А он знает, это раньше было хорошо, сейчас плохо. Поэтому не интересует. Говорит, ну, так слушал. То один раз он говорил Вивекананду, знаете, его в этот жизнь так проходит. Уже старый, а ничего не надежда есть. Но в следующей жизни он получит знание Брахман. Это Вивекананда сказал. Он случайно встретил там Элаваде. Говорит, знаете, Вивекананда так. Вивекананда что говорит? Говорил, этой жизни у вас ничего не получите, но следующий день будет. Так, он был очень так, ничего не говорил. Другой раз, после несколько месяцев, может быть, Вивекананда оттуда говорил, а встретили его? Нет, я не успел встретить. Слушайте. Этот раз отсюда, несколько-то, вы доходите, встретите его. И он что вас спросит, покупайте и отдайте. Он его, гуру, так говорил, он думал, что хорошо, плохо, у меня не важно, что говорили, отдай. То он ходил и сказал, знаете, у вас что нужно, говорите, я возьму. Мой гуру просил, у вас что нужно дать. Он говорит, слушайте, мне немножко мед, а немножко топленое масло. Можете отдать? One kilo, можете. Тогда кило не будет, one set. Он ничего не знал. Да, завтра получится. Он покупал и отдал. Потому что гуру говорил, у него другое дело головы нет. Потом, после Мессиас, у него опять хочет встретить Вивекананду. Говорит, сейчас встречу, потому что опять спросит. А я не видел тогда, как говорил. Он человек умер. Попросил вокруг речи, что случилось ему. Он говорит, знаете, он последние дни перестал кушать. Только когда голодный будет немножко мед, что-то пыли масла, так кушал несколько дней. Ну, потом он понял, боже мой. Он слушал, Вивекананда говорит, следующий день будет знание Брахман. Почему это село уже плохо становится? Он перестал кушать. Так умер. Это такое случилось, я говорю. Это хорошо или плохо, это я не говорил. Это правильно или не правильно, тоже не говорил. Случилось так. Он думал, это человек то. Это обязательно, знаете. Что желание от начала до того есть, все вместе. Такой вчера получится, все желание может легче использовать. Такой вчера получится.